Доброго вечора, шановні ерсагавці. Я сьогодні буду вам закінчувати тему свою, про яку я говорила 8 травня 2024 року. Це дихання, пульс і тиск. Переходжу на російську мову, тому що все життя працювала на російській, вибачте. То есть наше дыхание – это очень важный фактор в жизни человека, потому что без дыхания человек может прожить максимум 3 минуты. Вот. Без питания 1,5 месяца, без воды 2 недели, а без дыхания – это очень важный фактор. Но сегодня тему я не буду рассказывать о значении дыхания, о значении пульса и почему у нас повышается давление, а я расскажу о применении наших БАДов для того, чтобы они помогли нам улучшить нашу дыхательную систему, нашу сердечно-сосудистую, работу сердечно-сосудистой системы, и чтобы наше давление никогда не поднималось. Вот. Говоря о том, что легкие у нас очень важный орган в организме, я хочу вам напомнить, что дыхательная система сейчас как раз нам повезло. И когда я буду говорить об БАДах РСАК, у нас наступила осень в нашем организме. Что это значит осень? Осенью мы должны как раз заниматься легкими и толстым кишечником. Почему легкие? Потому что легкие являются выделительной системой, и они из нашего организма убирают углекислый газ и насыщают наш организм кислородом. Все это происходит в альвеолах. Это такие структурные единицы бронхиального дерева. Там очень тонкая мембранка, в которой происходит газообмен. И кислород поступает, а углекислый газ выделяется. Очень многие люди, которые перенесли ковид в эти годы до войны, и сейчас уже, кстати, ковид злорадствует на нашей планете, вот, очень важно заниматься профилактикой. Если, не дай бог, болезнь произошла, то БАДы РСАХ помогут вам обязательно. А помогая вам, они помогут вашим близким и продлят вам жизнь, сохранят ее. Пульс зависит от того, как работает наше сердце, потому что он определяет объем притока крови в наши внутренние органы. То есть, и последняя тема – это давление. Давление, очень многие люди страдают гипертонической болезнью, когда давление повышается выше 120 на 80. Ну, раньше считалось, что 120 на 80 – это нормальное давление, а когда давление поднималось 130 на 80, то уже доктора многие говорили о том, что вы уже начинаете переступать барьер гипертонии. Но лечили нас в основном препаратами, которые снижают артериальное давление. При этом это очень вредно для организма. Об этом я поговорю в ходе того, как я буду вам рассказывать о значении наших БАДов в нашем организме. С чего, с какого БАДа я бы хотела начать? В компании я работаю уже с 2019 года. Активно начала работать год назад и очень люблю эту продукцию. До этого я работала в другой компании. Но таких результатов я там не видела. Вот. Первый продукт, о котором я хочу рассказать, это продукт Астрагал. Астрагал, вся наша продукция, она натуральная. Слава богу, что компания РСАК имеет свои производственные мощности, что она сама изготавливает продукцию. Это очень важно, потому что сырьевая база не всегда совпадает с наличием товара на складах. Чем важен астрагал в организме нашем? Большое количество в нем микро- и макроэлементов. Железа, золота, кобальта, меди, алюминия. То есть практически вся таблица Менделеева есть в продукте астрагаля. Здесь он помогает в организме накапливать селен, что тоже очень важно. Он улучшает кровообращение.
действуют расширяющие на сосуды. А помните, когда я говорила лекцию в мае месяце, я говорила, что в основном все проблемы у нас происходят, когда происходит спазм мышц. Да? И тогда, ну, сердце у нас большой орган, при спазме сердечной мышцы нарушается кровообращение, которое иногда может привести к инфаркту. Астрагал помогает убрать недостаточность кровообращения, потому что наполнение кровеносного русла зависит тоже от активности дыхательной системы, потому что наполнение кислородом и всеми питательными веществами идет, и вся эта обогащенная кровь, она попадает в сердце и помогает людям всем восстанавливать работу сердечно-сосудистой системы. Вот также астрагал помогает людям, которые страдают гипертонией. Каким способом, я уже говорила. То есть он очищает кровь, он убирает тромбы, которые там накапливаются, то есть убирает тромбоэмболическую болезнь. Вот. И очень хорошо астрагал применяется при хронической сердечной недостаточности, при ишемической болезни сердца. Люди, которые перенесли инфаркт, таких людей очень много, астрагал помогает им не повторить инфаркт, потому что вы, наверное, слышали, что очень часто люди, которые перенесли однажды инфаркт, они автоматически приходят к тому, что у них инфаркт повторяется. По какой причине? Ну, не скрою вам, что когда человек попадает в реанимацию после диагноза инфаркт миокарда, ему назначают большое комплексное лечение. И все эти химические вещества, которые у человека колят, пьют препараты, они все влияют на наш желудочно-кишечный тракт. А желудочно-кишечный тракт, он приводит к тому, что нагрузка на печень, холестериновые накопления не уменьшаются, и человек снова по прямой дороге идет к новому инфаркту. Астрагал также способствует укреплению иммунной системы. Ну, не впервые вам сказать о том, что сейчас резко поменялась погода, то у нас было очень жарко, сейчас у нас становится прохладнее, и очень часто люди болеют. Очень много городов уже ставят ковид. Все люди его боятся. И помните, в прошлый раз я рассказывала, что самое главное при заболевании, когда возникает стресс. Любой стресс приводит к тому, что иммунитет снижается. Вот астрагал помогает убрать этот стресс. И помогает при эпидемиях ОРЗ и гриппа. Вот в астрагале такой уникальный комплекс веществ, которые помогают нашим мышцам лучше сокращаться. А вы знаете, что в организме человека очень много мышц. Сердечно-сосудистая система – это мышцы, кишечник – это мышцы, руки, ноги – это тоже мышцы. Вот. И самое важное, чтобы мышечный каркас работал очень хорошо. В прошлый раз я говорила о том, что четыре фактора влияют на здоровье людей. Ну, кто слушал мою первую лекцию, тот вспоминает. Давайте я вкратце вам напомню. Первое, что очень важно, это здоровый дух. Кто такой здоровый дух? Здоровый дух – это когда человек не расстраивается ни по какому поводу. Сработала сирена, человек спокойный, сработала, резко остановился транспорт, человек спокойно среагировал, но не вошел в это состояние стресса. Вот. Здоровый сон, ну, очень многие люди страдают бессонницей, а бессонница является одним из первых причин возникновения любого заболевания. Бессонница – это второй фактор, который влияет на здоровье человека, потому астрагал является продуктом, который улучшает состояние сна человека. Дальше, то есть здоровый дух, здоровый сон, разноцветная, разновкусная пища, то есть человек сейчас очень хорошо осенью есть и зеленые, и перцы, и груши, и сливы, то есть все продукты, которые помогают
человеку полноценно получить питание из пищи, которую он потребляет. И физкультура. То есть, если человек не занимается физкультурой, значит, у него мышцы очень слабые. Слава Богу, что сейчас очень многие люди ходят в спортзалы, занимаются йогой. И это очень благоприятно влияет на организм человека. Вот. И то есть, как только вы заметили в своем организме какие-то изменения, то продукция РСАК поможет вам восстановить ваш мышечный каркас. И одним из таких препаратов является астрагал. Он оказывает общее здоровительное воздействие на весь организм. Представляете, какой кладезь? Способен продлевать жизнь, сохраняя и продлевать физическую форму и интеллектуальные способности и достаточно в хорошем активном состоянии. Вот. То есть это важный продукт. Астрагал. Как он применяется? Для профилактики он применяется по одной капсуле два раза в день. Но если у вас уже есть какие-то изменения, ну, например, периодически повышается артериальное давление, да, то вам нужно обязательно, ну, проконсультироваться со своим медицинским специалистом и принимать это как-то, ну, может быть, по-другому, может быть, по три раза в день, да, по одной капсуле, может быть, два раза в день. То есть это вы проконсультируетесь, да. Второй продукт, о котором я хотела сказать, это витамин С. Витамин С, аскорбиновая кислота. В состав витамина С входит еще экстракт померанца и экстракт шиповника. Все, ну, что очень приятно, что в компании РСАК все продукты сбалансированы в таком объеме. И что такое БАДы? БАДы – это вытяжка, да, вытяжка самого ценного, самого питательного и самого полезного для организма человека. И вот витамин С, во-первых, в этот период он очень хорошо помогает поднять иммунитет, потому что витамин С не синтезируется в нашем организме. И его нужно всегда получать извне. Вот витамин С является одним из самых сильных антиоксидантов. Антиоксиданты – это те вещества, которые накапливаются у нас в организме в качестве нарушения обмена веществ и в качестве стрессовых моментов. Витамин С очень необходим для укрепления иммунитета. Что такое иммунитет? Иммунитет – это защитная сила организма. То есть, если человек расстроен, если он перемерз, если он в страхе находится, то обязательно иммунная система начинает давать сбой. И вот этот витамин С, который есть в компании РСАК, он улучшает состояние здоровья нашего организма, наших клеток. Он влияет положительно на кровотворную систему, нормализует проницаемость капилляров. А помните, когда я вам рассказывала про дыхательную систему, я говорила о том, что эритроциты – это клетки крови, которые получают кислород. Они должны этот кислород отдать в капиллярах. Каким образом? То есть этот эритроцит сворачивается в трубочку, потому что толщина капилляра намного меньше, чем эритроцит. И тогда он, попадая в клеточку, в капилляр, он отдает питательные вещества и кислород и уходит, выполнив свою миссию. Но тогда, когда у нас в организме нарушен кислородно-щелочное равновесие, эритроцит не сворачивается в трубочку, и вроде бы человек дышит, вроде бы он полноценно живет, вроде бы нормально питается, вроде бы как и делает зарядку, но тем не менее, поднимаясь на этаж или немножко пройдя, он чувствует удушье, то есть у него что-то делается не так. Он, естественно, идет к доктору, доктор назначает ему какие-то препараты, которые вроде бы как улучшают питание, но в итоге это питание клеточное, оно проводится неправильно. И человек для того, чтобы не выздоравливает, а наоборот заболевает. Вот. Экстракт шиповника, в который входит витамин С, он содержит большое количество минералов.
То есть снова минералы. Все лето мы должны были заполнять свой организм питательными веществами, которые необходимы нам до следующего лета. И если мы не успели это восполнить организм, то нам в этом поможет витамин С. Так же, как и витамин С, шиповник, который содержится в нем, он укрепляет иммунитет. То есть это хорошо осенью? Отлично. Он выводит вредный холестерин. От чего у нас в организме образуется холестерин? Из-за того, что у нас плохо работает желудочно-кишечный тракт. То есть кишечник недоочищенный, ворсинки тонкого кишечника и толстого нарушены в работе. То есть они неправильно выводят жом, они неправильно потребляют микроэлементы, которые необходимы для нашей нормальной жизни. И в итоге получается холестерин накапливается. Человек снова идет в больницу, ему снова назначают препараты, которые вроде бы снижают холестерин. Но проблема от этого не решается. Проблема решается только тогда, когда человек начинает сам собой заниматься. Ну, не в обиду медицине хочу сказать, что я работала анестезиологом, и очень часто люди попадали на операционный стол, когда я работала в проктологической операционной, то люди, которые готовились на плановую операцию на кишечнике толстом, они целую неделю ничего не кушали, но им делали клизмы утром и вечером для того, чтобы очистить толстый кишечник. Но в итоге, когда мы выходили из операционной, то это говорило о том, что мы имели запах, волосы наши, они всасывали, впитывали вот тот запах, который исходил от кишечника, понимаете? Вот там накапливается очень много шлаков, то, что приводит к вредному образованию вредного холестерина. Еще в состав витамина С входит экстракт помаранца. Это такое вечно зеленое дерево, вот, оно усиливает метаболизм. Что такое метаболизм? Это процессы, которые восстановительные проходят в организме. То есть представьте себе, вы выпили витамин С, а он помог вашему организму легче справиться с простудой, потому что простуда, вот вы проехались в транспорте, на вас подышал, кто-то чихнул рядышком, да, и миллион микробов кинулись на слизистую вашего носа, ротовой полости. И в итоге что происходит? Вы просто, придя домой, сразу можете почувствовать недомогание. А витамин С, то есть если как только вы пришли домой и почувствовали недомогание, пожалуйста, принимайте витамин С, и он поможет вам, 1-2 капсулы, он поможет вам справиться с теми вирусами, которые пришли и хотят вас победить. Следующий продукт, о котором я хотела бы сегодня сказать в своей теме дыхание, пульс и давление, я хочу спеть песню гинкобилоби. Гинкобилоба – это такое растение, которое даже при взрыве Хиросимы и Нагасаки оно не пострадало, потому что очень удивительное дерево. Оно появилось на Земле больше 200 миллионов лет назад. То есть чем оно важно в нашей теме? Является спазмолитиком. Кто такой спазмолитик? То есть помните, я говорила, при любом стрессе, при любом каком-то напряжении, при любой неправильной информации у человека происходит спазм. Он расширяет сосуды, он ускоряет кровообращение. Почему это хорошо для организма? Но если горная река, течет вода в ней быстро, то там не образовываются никакие нарости, никакие водоросли не образуются, да, никакой мох не разрастается. А если вода уже стоячая, то там все образовывается. Вот гинкобилоба ускоряет кровообращение. А это помогает доступ кислорода в ткани, мозг наш хорошо получает кислород. Вы знаете, что без доступа кислорода первым погибает мозг.
Гинкобилуба относится к группе биологически активных добавок, воздействует непосредственно на сосуды головного мозга. А люди, ну, у нас в компании в основном люди все 35+, да, то есть у нас уже кровообращение немножко нарушается в связи с тем, что у нас проблемы с позвоночником. А я вам уже говорила в прошлый раз, что давление начинает подниматься из-за того, что первое, это у нас проблемы с позвоночником, то есть у нас есть остеохондроз, который созревает у нас уже в школьном возрасте, а то и раньше. И у нас есть вопросы с почкой, но проблема в почке лежит тоже, связана со состоянием спинного мозга. То есть гинкобилоба помогает улучшить мозговое кровообращение, повышает работоспособность мозга. А сейчас вот как раз у нас полнолуние и там парад планет, очень много людей плохо себя чувствуют. У очень многих людей повышается артериальное давление, они плохо спят, они вспыльчивые, они раздраженные. Вот сейчас, у кого есть такие симптомы, обязательно я бы рекомендовала гинкобилобу, потому что она помогает улучшить кровообращение и процессы метаболические в мозге. То есть гинкобилоба эффективно воздействует на внимание, память. Почему? Потому что она помогает доступ кислорода увеличить, а с помощью улучшения кровообращения все питательные вещества приходят в мозг вовремя, и организм чувствует себя накормленным. Следующий продукт, о котором я хотела сказать в нашей теме, это гриб рейши. Ну, все грибы, вы знаете, что в мире при любых ситуациях грибы остаются жить. Грибы – это те простейшие, которые живут миллиарды лет. И гриб рейши, он создан так мудро компанией Эрсак, что принимая его, человек восстанавливает очень много внутренних систем и работу очень многих органов. Он применяется при сердечно-сосудистых заболеваниях, тема активности, которую мы сейчас изучаем. Активное вещество способствует снижению повышенного артериального давления. Важно, очень важно. То есть если вы первый раз слушаете нашу программу или только вступили в компанию Эрсак, и у вас периодически повышается артериальное давление, то гриб рейши – это тот продукт, который вам поможет снижать артериальное давление, потому что он убирает атеросклеротические бляшки, которые накапливаются в сосудах не за один день. Это, как говорится, в крови есть плохой холестерин, и он откладывается в сосудах. Он снижает агрегацию тромбоцитов, то есть тромбоциты становятся агрессивные, и они препятствуют образованию, они забивают просвет кровеносных сосудов, что может привести к тромбозу сосудов. Вот. И это нарушает кислородное питание, это ухудшает работу сердца, это у человека пульс становится усиленным, то есть может быть 90, он может быть 100. Да, человек что делает? Он хочет снизить этот ритм, не понимая в том, что нужно навести порядок в желудочно-кишечном тракте и в позвоночнике. Дальше продукт, о котором я хотела сказать, это кора вербы, кора ивы. Кора ивы, ну, в Украине очень много растет ив. Я вот недавно была на Западной Украине, и там вот всю дорогу ехала и восхищалась, что ивы растут везде. Ива очень помогает для лечения при многих заболеваниях, потому что она содержит в своем составе салицин. И, то есть оно созвучно с аспирином. То есть кто-то, ну, вы, может быть, многие ходили к своему семейному доктору, и когда вы сдавали кровь, и доктор вам говорил, что у вас густая кровь, он вам рекомендовал аспирин. Но вот этот аспирин натуральный есть в коре ивы. Но тот аспирин, который человек принимает химический, аптечный,
он закисляет наш организм. А закисленный организм, в закисленном организме возникает очень много заболеваний, потому что кислотно-щелочное равновесие влияет на то, как наши клетки могут принять питание, кислород и отдать отработанные продукты жизнедеятельности и углекислый газ. Вот кора ивы, она тоже очень хорошо помогает людям, у которых воспаление дыхательных путей, плевриты, туберкулез, воспаление легких. А очень часто вы знаете, что ковид – это вирус, который попадает и очень сильно поражает, попадает в дыхательную систему, и там начинает развивать свои колонии и вызывать тромбоз сосудов. Вот. То есть кора ивы в этой ситуации обязательно человеку поможет. Вот. Еще я хотела сказать вам о продукте таком чудесном, как куркумин Z. В прошлом, наверное, 2 месяца назад он был у нас в подарках, да, и в этом месяце в начале он был тоже для новичков в подарке. Но этот продукт многогранно влияет на организм любого человека. Ну, во-первых, мощнейший онкопротектор. То есть люди, которые страдают онкологией, этот продукт помогает бороться с клетками-мутантами, которые накапливаются в организме. Но куркумин в состав входит, куркумин Z входит, основной компонент – это куркумин. Он помогает проникать в мозг тем веществам, которые нужны для его полноценной работы. И помогает людям, чтобы у них не возникло такое заболевание, как Альцгеймера. Он очень полезен для здорового сердца. Его прием значительно улучшает способности органов переносить высокие нагрузки. Это говорит о чем? Он предотвращает любые сердечно-сосудистые заболевания. То есть представьте, наряду с тем, что человек... С организма человека убираются онкоклетки, то еще человек становится выносливым. Он, те, кто проходит химиотерапию, они проходят легче химиотерапию. Вот. То есть, представляете, продукт приходит в организм человека и наводит там порядок. Следующий мой очень любимый продукт – это масло черного тмина. Масло черного тмина – это тот продукт, который у всех эрсаговцев должен быть как минимум 2-3 упаковки свободных. Почему? Вот сейчас мне позвонила одна мой клиент и говорит, дочь заболела, мне что-то надо делать, но у меня есть только масло черного тмина. Я говорю, ну значит вы спасены. То есть пейте масло черного тмина по одной капсуле 4 раза в день. Вот, потому что объем и количество капсул я назначаю в связи с тем, что человек, его рост, его вес, его хронические заболевания. Но чем важен масло черного тмина? Он очень помогает человеку в лечении множественных заболеваний. Это, как говорится, лекарство от всех болезней. То есть иммунитет, как всегда, борется с инфекциями любыми, простудными, дыхательных путей. А вы же знаете, откуда, почему у нас происходит заболевание дыхательных путей? Потому что слизистая очень объемная, да? Мы вдыхаем носом, ртом, да, а там очень много всяких ходов, через которые там должны быть ворсинки в бронхах для того, чтобы они очищали дыхательную систему от всех тех моментов, которые человек получает при вдыхании. Те же самые паразиты, они через дыхательную систему к нам очень часто попадают. Вот. А ворсинки со временем, да, из-за того, что у нас плохо работает, плохо, в плохом состоянии спина, вот, они забиваются, а очищаться у них нет возможности, потому что зарядку мы не делаем, а только с помощью дыхательной гимнастики мы можем частично убрать те проблемы, которые разрушают наши ворсинки нашей дыхательной системы бронха. Вот. Масло черного тмина, оно помогает то есть при воспалительных процессах. То есть
У кого проблемы с сердцем, у кого проблемы с мочеполовой системой, это тот продукт, который нужно потреблять очень часто. Потому что, как и предыдущие продукты, о которых я рассказывала, убирает плохой холестерин. И препятствует, вот масло черного тмина препятствует плохому холестерину, то есть он помогает очищаться ворсинкам тонкого и толстого кишечника, и плохие некачественные продукты просто транзитом выходят. Потому вы не удивляйтесь, когда вы начинаете пить масло, капсулы масла черного тмина, и у вас может быть периодически какая-то диарея быть. Да? То есть люди, которые страдают тромбозом сосудов, он помогает эти тромбы убирать, то есть он их растворяет и снижает за счет этого давление, потому что убирая тромбы, давление на стенку сосуда уменьшается и нормализуется артериальное давление. Представляете, какой мощный продукт сделала компания РСАК. И она, ну, для профилактики можно пить 1-2 капсулы в день. Это для профилактики. Но если у вас масса тела выше нормы, а норма какая? После 35 рост минус 100, это должен быть ваш вес. То есть если у вас рост 1,60 м, а вес 80, то 20 килограмм у вас уже лишних. Вот. И из-за этого ну, в вашем организме больше шлаков, чем положено. Ну, шлаки вообще не положены, но тем не менее. Следующий продукт – это моринга. Экстракт моринги. Вечно зеленое дерево. Вы слышите, что в нашей продукции в основном все натуральное, и это очень радует. Да? Представьте, вот мы ходим с вами по улице, смотрим направо, там какое-то дерево растет. Мы даже не знаем, что, может быть, у нас в Украине есть и деревья, которые помогали бы нам продлить нашу жизнь, улучшить работу наших внутренних органов и систем. Да? Но есть такое чудесное дерево, вечно зеленое, чудо-дерево. Оно... В нем очень много всяких витамин, и аминокислоты, и витамин А, и витамин, и кальций, и минералы, и сапонины, и оксалаты. То есть все, что для нашего организма, то, что не синтезируется в организме, что должно приходить извне, и то, чего недостаточно синтезируется, да, это есть в нашей чудесной моринге. Она помогает обеспечить защиту от сезонных заболеваний. Ну, вы же видите, что сезон у нас начался с осенних заболеваний. Те, кто не занимался печенью весной, те, кто плохо насытил свой организм микроэлементов, вот, думал, что он здоров, да, ему надо сейчас ударными дозами принимать продукт такой, как моринга. Потому что он помогает, во-первых, работе желудочно-кишечного тракта, у кого есть там колиты, у кого там запоры. Вот, он помогает, у кого есть хеликобактер, да, моринга помогает его убрать. Вот, очень мощно моринга помогает нашей печени, а так как печень – это железа внутренней секреции, и ей очень тяжело с нами справляться, потому что, ну, мы переедаем, мы стрессуем, у нас гиподинамия, и от этого тоже страдает очень сильная печень. Моринга помогает усилить выработку желчи. Ну, я обычно рекомендую людям принимать утром натощак воду. Сейчас вот у нас буквально, наверное, месяц назад на наших каналах Фейсбука, не Фейсбука, а Фейсбука, Вайбера, появилось видео, где женщина рассказала о том, что она ушла от онкологии, принимая баню по 15 капель. Ну, я после того, как я это видео увидела, я начала, ну, естественно, прежде чем что-то кому-то рекомендовать, я обычно проверяю это на себе, на своей семье.
Я вам хочу сказать, что результаты хорошие, но почему люди относятся к тому, что принимать баню внутрь нежелательно? Если вы не хотите, не принимайте. Но это как альтернативное лечение. Что в основу уходит нашего продукта бани? Это мыльный орех. Он убирает патогенную флору, он очищает слизистую, а это очень важно для желудочно-кишечного тракта. Представьте себе, если вы утром проснулись и в стакан воды добавили от 5 до 10 капель баню, то эта вода пошла по слизистой, она очистила ворсиночки от этого всего налета, который образовался у нас за ночь, пока мы спали. И это приведет однозначно к результату. У меня одна пациентка, принимая баню 1 месяц, у нее начали растворяться камни в желчном пузыре. Ну, это моя наработка. Так что пробуйте, экспериментируйте. Ваш организм вам подскажет, как лучше. Итак, продолжаю про марингу. Очень часто у нас нарушаются обменные процессы. То есть качество еды, стрессовый фактор, они разрушают нашу нервную систему. А как говорят, все болезни от нервов, вот, то состояние нервной системы нарушает обменные процессы в организме. И вот маринга помогает нашему организму. А чем помогает? Тем, что она насыщает полезными микроэлементами. Вот, допустим, произошел стресс, разрушилась часть микроэлементов, и в этот момент пришла маринга. Она дала силу организму, и организм с благодарностью принял все то, что пришло. Вот, сердечко начало работать лучше, потому что витамины и минералы, которые содержатся в маринге, они только помогают, не нарушая целостности организма. Они повышают энергию. А может быть, сейчас вот с этим полнолунием очень многие люди просыпаются утром, такое впечатление, что они вроде бы и не отдыхали. Некоторые не могут уснуть. Представьте, какая нагрузка психоэмоциональная на организм, если человек реально не может заснуть. Да? То есть, хотя сон – это тот момент, когда в этот момент организм человека должен очищаться, он должен насыщаться полезными микроэлементами. То есть это как генеральную уборку должны сделать и приготовить пищу на следующий день. Вот это должно происходить во время сна. А если человек проснулся не отдохнувшим, то представьте, что у него делается в его доме. То есть там беспорядок. И ему надо там теперь, а целый день ему нужно снова работать, а сил никаких нету. И этот стресс затягивается и может привести даже к онкологии. Маринга – чудесный продукт. Всем рекомендую. По какому принципу? Если профилактически 2 капсулы, если не профилактически, а при заболеваниях, то можно даже по 2 раза в день. Вот. Ну, это смотрите на свое состояние, потому что можно восполнить микроэлементы с помощью витамина С, можно еще добавить гребрейши. То есть комплексно не с одним продуктом, а несколько подобрать для того, чтобы организм получил то, что ему нужно для выздоровления. Очень люблю оливу, экстракт оливы. Но для того, чтобы восстановить дыхательную, сердечно-сосудистую систему, и для того, чтобы нормализовать артериальное давление, я бы рекомендовала принимать экстракт оливковых листьев плюс. Почему плюс? Потому что в экстракте оливковых листьев плюс содержится стевия. Стевия, она оказывает гипотензивное влияние и рекомендуется людям с повышенным артериальным давлением. Что она делает? Она немножко является обладает диуретическим и кардиотоническим эффектом. Диуретически, то есть убирается лишняя жидкость, и это влияет очень хорошо на сердечно-сосудистую систему. Потому что, помните, я говорила вам, когда у вас высокое давление и оно не снижается, то вы можете выпить или лучше сделать инъекцию фуросемида или лазикса. И жидкость лишняя уйдет, и давление на стенку сосудов уменьшится.
То есть олива плюс – это тот продукт, который помогает нам справиться с нашими вопросами по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, по дыхательной системе и помогает нам нормализовать артериальное давление. Следующий продукт, о котором я хотела сказать, это у нас готукола. Готукола в себе содержит много разных веществ. Это конский каштан, это и коэнзим 10, это и виноградные косточки. Но хочу сказать, что два дня назад компания сделала акцию. Человек, который покупает две упаковки готуколы, в подарок получает третью. Всем рекомендую. Почему? Потому что готукола имеет очень богатый состав. Там есть такие сапонины, благодаря которым наши сосуды становятся более эластичными. Почему у нас происходит повышение давления, почему у нас происходит инфаркт и инсульт? Потому что сосуды становятся не такие эластичные, как они были в молодости. Вот готукола способствует улучшению сократительной способности наших сосудов. Она убирает холестериновые бляшки сосудов. Благодаря содержанию калия и витаминов она помогает сердцу лучше сокращаться. Потому что за время жизни мы могли перенести какое-то инфекционное заболевание, которое отложило свой налет на слизистой сердечной мышце. Вот. Готукола это очень хорошо помогает. Люди, которые перенесли инфаркты, инсульты, готукола – это ваш продукт. Вот конский каштан, который входит в состав готуколы, содержит в себе очень много гликозидов. Гликозиды – это те вещества, которые понижают вязкость крови. Очень часто, когда люди начинают чувствовать какую-то усталость в организме, они приходят, сдают кровь, и доктор говорит, что у него густая кровь. Вот. То есть вот конский каштан помогает нашу кровь сделать более жидкой. И это уменьшает образование тромбов. Виноградные косточки винограда – это вообще мощный, очень мощный антиоксидант. Что такое антиоксидант? Я вам говорила, что в организме появляются свободные радикалы, которые – это продукты жизнедеятельности наших желез внутренней секреции. И они начинают… То есть любой стресс выработалось определенное количество свободных радикалов. Вот. Но хорошо, если вот эта клетка бьет по здоровому органу, тогда этот орган начинает работать более интенсивно. А если этот свободный радикал бьет по больной клетке, которая поражена онкозаболеванием, то представьте себе, что происходит в организме, когда клетки онкологические начнут делиться. То есть представьте, человек принимает готуколу, и это уменьшает его вероятность заболевания онко, инфарктов, инсультов. Следующий продукт, вы понимаете, вот в нашей компании очень много всяких продуктов, и все они очень благотворно влияют на наш организм. Но сейчас я закончу, а потом свою мысль доведу до логического конца. Экстракт чабреца, все мы знаем, что в Украине очень много растет чабреца, вот, и слава богу, что компания «Эрсак» сделала экстракт чабреца в капсулах, вот. Очень часто люди, которые в старину, когда люди заболевали простудными заболеваниями, им варили чай из чабреца, да, им делали ингаляцию из чабреца, потому он очень хорошо работает при заболевании верхних дыхательных путей. Он очень хорошо отхаркивающие способности имеет, противовоспалительные, вот. Он выводит мокроту и слизь из организма, что важно, потому что когда вы же знаете, что в бронхах нет мышц, и человеку для того, чтобы
то есть скопившуюся мокроту, которая скапливается в бронхах, ее нужно как-то удалить. Каким способом? С помощью кашля. Но кашель не всегда, если мокрота очень вязкая, то откашлять это очень сложно. Потому экстракт чабреца помогает людям, которые страдают хроническим заболеванием. Очень часто, когда у людей, люди, которые перенесли пневмонию, любой этиологии, то ли это постковидная, то ли любая этиология, чабрец им нужно профилактически принимать, я думаю, где-то полгода как минимум. Почему? Потому что он помогает вот ту лишнюю мокроту убрать из бронхиального дерева, что может привести к тому, что организм, человек просто выздоровеет. И люди, которые есть хронический бронхит, им надо чабрец принимать периодически. Ну, как я могу рекомендовать? Вы можете пропить 3 месяца, месяц перерыв, снова 3 месяца. Можете 21 день пропить, 7 дней перерыв и снова пить. По состоянию вашего здоровья. Но осенне-зимний, вам чабрец нужно принимать обязательно. И весну я бы рекомендовала. Есть чудесный продукт экстракт эвкалипта. Почему он в нашей теме актуален? Потому что он имеет противовоспалительные качества. Он укрепляет иммунитет, оказывается. Он разжижает мокроту, которая часто бывает при заболевании дыхательной системы. Он способствует выведению мокроты, я сказала. Очень помогает при пневмонии, при воспалительных процессах именно бронхов, при туберкулезе. А туберкулез у нас тоже активно сейчас процветает. Вот, хотя официальная медицина туберкулез уже как диагноз сняла с основных заболеваний. То есть люди, которые часто очень болеют простудными заболеваниями, а это бронхиты, осложнения, да, воспаление легких, то этим людям экстракт эвкалипта, тоже как и чабрец, я бы рекомендовала чередовать. А может один-два чабреца, два эвкалипта, для того, чтобы помочь дыхательной системе. Это и ларингиты могут быть, это могут быть и плевриты, очень часто постковидные плевриты будет помогать. А следующий продукт, это у нас экстракт якорцов стелящихся. Очень часто отдыхая на море, я видела эти колючки и даже не понимала. Когда я училась, нас... К травмам мы относились так, относительно, да, все бежали за таблетками, потому что каждому человеку хотелось взять одну таблетку, ее выпить, и чтобы у него все перестало болеть. Но так не бывает. Иногда люди мне говорят, может быть, я буду все время покупать травы в аптеках и пить, но хочу вам сказать, что слава Богу, что наша жизнь изменилась, и на наш рынок пришли БАДы, они уже пришли больше 20 лет, вот. И что эти БАДы – это вытяжки. И самое полезное, что есть в этих растениях, содержится в этих вытяжках. И вот и экстракты якорцов стелящихся – это тоже чудеснейший препарат. Эта трава, она содержит очень много всяких веществ. Там есть и смолы, и дубильные вещества, и флавоноиды, и сапонины, и аскорбиновая кислота. То есть представьте себе, маленькая колючка, которая содержит в себе очень много ценного и полезного для человека. Используется при различных заболеваниях. Противосклеротическое, то есть то, о чем мы сегодня говорим. Потому что атеросклеротические бляшки, они накапливаются в сосудах, и они очень вредят нашему организму. А кто принимает якорцы, они улучшают кровообращение и предупреждают образование тромбов. А вследствие ковида, который многие люди перенесли, у них в организме процесс тромбообразования активно развивается. И потому этим людям назначают там Ксарелту, другие препараты, которые убирают вроде бы как тромбы. Но хочу вам сказать, что они не убирают тромбы, они просто временно разжижают кровь. Вот. Кто тяжело переносил ковид, а иногда люди переносили его не один, не два раза. Вот. Якорцы тоже, ваш тоже будет любимый продукт.
потому что этот продукт повышает при атеросклерозе, при ишемической болезни сердца. Он усиливает выносливость организма и помогает нам противостоять всем простудным заболеваниям, которые есть. Еще хочу сказать о таком продукте, который вот у нас скоро должен появиться на рынке Украины. Это витамин B12. Витамин B12 – метилкобаламин. Ну, если вы в своей жизни когда-то кололи витамин B12, то это цианокобаламин. Это синтетическое вещество, а компания Эрсах, она сделала водорастворимый витамин B12. Он очень сильно помогает нашему организму справиться с дефицитом витамина B12. Почему справиться с дефицитом витамина B12? Потому что витамин B12 ферментируется в желудке, а гастриты в нашем организме, они всегда есть. И у многих людей очень редко, когда у человека не бывает никакого гастрита. Любой гастрит снижает активность ферментации витамина B12. А дефицит витамина B12 приводит к раздражительности, к плохой памяти, к нервным расстройствам. Вот. Очень сложно потом наши беременные вынашивают деток. Детки рождаются с большим отставанием, вот, плохо развитой центральной нервной системы. То есть как только появится витамин B12, всем рекомендую. Еще у нас уже был в нашем каталоге Диатек, тоже хороший продукт. Это экстракт приморской сосны. Мощный антиоксидант. Тоже я всем рекомендую, потому что он помогает восстанавливать работу нашей поджелудочной железы. И очень хорошо помогает при заболевании головного мозга. А вы знаете, что сейчас появилось очень много новых болезней цивилизации. Это болезнь Альцгеймера, это Паркинсона, это... Ну, другие какие-то заболевания, которые нарушают работу нашего желудочно-кишечного тракта. Вот. Есть еще у нас продукты, очень хороший продукт, это Мэвидол. Ну, вот, понимаете, я активно начала работать в Эрсаге где-то в течение года. Вот, Мэвидол обожаю и вижу от него результаты. В чем они выражаются? Ну, как основные заболевания. Вот болезнь легких, она начинается в желудочно-кишечном тракте. А наш Мэвидол, он помогает этот наш желудочно-кишечный тракт очищать. Многие говорят, что мы не похудели. Но вы понимаете, в чем вопрос? Задача основная Мэвидола, который содержит в себе очень много овощей и фруктов, его задача – брать лишнюю жидкость с организма, очистить ворсинки, создать питательные вещества, флору, полезные, для полезных бактерий, питательные вещества, понимаете, чтобы они полноценно размножались. Как я уже говорила раньше, в организме человека должны быть патогенная флора и полезная флора. Вот Мэвидол помогает этой полезной флоре правильно формироваться, правильно работать в организме. И если вы потихонечку восстановите вот это все, то ваш организм, ну не важно, чтобы вы там похудели на 5-10 килограмм, не важно. Важно то, что в кишечнике, когда будет порядок, то порядок будет и в сердечно-сосудистой системе, и в печени, и почки будут работать лучше. То есть Мэвидол – это тот продукт, многие говорят, что он очень дорогой. Но хочу вам сказать, что если, не дай бог, вы заболеете, и вам придется идти в аптеку, то это вам будет стоить в 1000 раз дороже. Да? И всегда, я всегда говорю о профилактике. То есть если, как завершение нашего сегодняшней с вами лекции, я вам хочу сказать, что ни один врач, ни один не заинтересован в вашем здоровье, ни один. Это грустно, это не грустно, это есть факт.
Ваше здоровье зависит только от вас. Если вы сегодня поймете, что вам упал жетон, да, что компания РСАК пришла на рынок и заинтересовалась в том, чтобы мы, самые лучшие люди мира, украинцы, да, от кого идет такие смелые, такие настойчивые, такие усердные. Она хочет нам помочь, чтобы мы были здоровы, чтобы мы были счастливы, чтобы у нас наконец-то наступил мир. Потому что когда ты здоров, тебе хочется жить, тебе хочется общаться, тебе хочется улыбаться, тебе хочется любить. Вот. И это все благодаря нашей продукции. Любите ее, узнавайте, изучайте, спрашивайте. Вот. И когда вы будете, а вы знаете, что каждый месяц у нас появляется новый и новый продукт. Вот вчера появился йод. Нужен йод? Обязательно нужен. Да? Профилактически раз в полгода упаковку пропить, у кого нету большого дефицита йода. Но вы же знаете, у нас есть Каменское, где проблема дефицита очень большая. Вот. Потому, мои дорогие РСАКовцы, если у вас есть какие-то вопросы, я на них отвечу. Если нет, была рада вам сообщить все то, что я знаю о продукции РСАК. Доброго вечора. А можна вам запитання? Скажіть, будь ласка, олійку чорного кміну, капсулки, можна пити людям, у кого є схильність до цукрового діабету? Можна. Можна. Дякую. Але там треба скоригувати правильний час прийому. Угу. Ну, у кого цукровий діабет, там масло чорного тміну, воно очищає кишківник і допомагає підшлунковій краще виробляти ферменти. Але якщо прийде діатек, добавляйте і діатек. Я зрозуміла вас. Да, дуже вам дякую, дуже дякую. Дуже було цікаво вас слухати. Дякую. А підкажіть, будь ласка, що можна вживати, коли в щитовидці є вузли незлоякісні? Вони просто то з'являються, то одіваються. Де вузли? Повторіть, будь ласка, де з'являються вузли? Щитовидні залози. Робота щитовидної залози залежить дуже часто від шейного остеохондрозу. Тому що там проходять нервові закінчення, і коли щитовидна залоза недополучає нервових імпульсів, які їй потрібні, ну, розумієте, треба дивитися на людину. Вузли з'являються, значить є причина. Ну, думаю, що перше – це остеохондроз. Там треба робити… Там масажи. Шиї грижі є. О, там шиї грижі, і не одна. Там треба не до масажиста йти, а треба вправи робити. Розумієте? Яка перша вправа? Ну, може, наступного разу я покажу вам. Тут треба добре масажирувати шейний відділ. Тому що робота щитовидної залози залежить. І у нас зараз з'явився йод, будь ласка. Масаж самі. Найдіть в інтернеті, такий є лікар Євгеній Божє, він дає вправи. І вони будуть вам дуже корисні. Ви навчитеся, і у вас багато питань по щитовидної залози пройде. Дякую. Ще є питання? А підкажіть, будь ласка, як правильно приймати діатек? От у мене діабет второго типу. А ви купили вже діатек? Я замовила. Дивіться, 20 мл два рази в день. А до їжі, після їжі? До їжі. Дуже дякую. Будь ласка. Два рази в день. Розводите 20 мл на стакан води і випиваєте, а потім сідаєте їсти.
Є питання ще? Повторіть, будь ласка, прізвище лікаря, який рекомендував. Євгеній Божєв, він невролог, він показує вправи, які допомагають людині прибрати проблему з щитовидною залозою. Євгеній Божєв. В Ютубі наберіть його, і ви там напишіть вправи, ну, якщо не знайдете. Дякую там ще. Там дуже добрі вправи, вони і для грудного відділу нашого позвоночника, і для поясниці, дуже багато питань проходять. І якщо жінки будуть робити ті вправи, то онкомолочної залози буде знято. Я дуже з ним згодна, дуже чудовий лікар, і допомагає там і висцеральний масаж робити. Тому що без фізкультури ми нічого не зробимо. Масажист вам тут не допоможе. Голова знаходиться на такому штирьочку, розумієте? І дойти туди, а воно там глибоко, от, достати може тільки вправи. Там є вправи і для легенів дуже добрі. Там є вправи для печінки, які допомагають печінці, щоб вона краще працювала. Якщо не розберетеся, так будете запитувати наступного разу, коли я буду читати, я вам підкажу, як правильно. Але їх треба робити правильно. Ще які питання є? Ну все, будемо закінчувати нашу вправу, наш вечір. Я дуже хочу, щоб ви були всі здорові, щоб ви посміхалися, щоб швидше у нас закінчилася війна, щоб ми всі поїхали в Турцію, щоб ми всі подорожували, щоб наша Україна процвітала і всі ми були самі найкращі, тому що українці – це самі найкращі люди, тому що ми любимо всіх, ми сіємо любов, заботу. І я вас всіх люблю. До зустрічі!